дым табачный, воздух выл. Комната, голова в крученыховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои ступленные гладил. Теперь сидишь, вот сердце в железе, день еще выгонишь, может быть, из ругав. Мутный передний долго не влезет, сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу тело в улицу, брошу я. Здравствуйте, меня зовут Александр Чистяков, и мы продолжаем наши встречи «Мастер слова» в главном книжном. Я начал со стихотворения Владимира Маяковского «Лилечки вместо письма», для того, чтобы поговорить сегодня о том, что такое в поэзии образ, что такое аллегория и что такое символ. Вот это вот самое лирическое, самое динамичное, наверное, из всех стихотворений Владимира Владимировича Маяковского, оно очень интересно и очень характерно. Во-первых, представьте, какая прекрасная аллегория «Сердце в железе». Вот когда такой образ не имеет двойного толкования, да, сердце стало стальным, холодным, жестким, твердым, все мы понимаем, что Лилечка его разлюбила, лирического героя. Тогда это называется аллегория. А если символ имеет несколько значений, надо догадаться, как. Это может быть образ, может быть именно символ, может быть метафора. У каждой эпохи свои символы. Но для этого вам проще посмотреть вот эту вот замечательную антологию Евгения Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт», и почитать поэтов-символистов. А мы как-нибудь потом поговорим о каждом из поэтов Серебряного века, о каждом направлении Серебряного века отдельно. Сейчас же мы говорим об образе и о метафоре. Вот не так давно на одном из молодежных фестивалей, на мастер-классе, мне попалось стихотворение одной очень юной и вроде бы неплохой девочки. Но там была такая фраза: «Твой льдисто-карий взгляд». Вот что это за символ, что он обозначает? Нет, ну теоретически я могу догадаться, что кореглазый молодой человек посмотрел на нее очень холодно. Во-первых, льдистый и карий немножечко не совпадает, потому что холодный цвет и коричневый – это не одно и то же. А льдисто-карий, может быть, ну, собачка в снегу оставила за собой следок. На взгляд это никак не тянет. Вот это вот образ неудачного образа, неудачной аллегории, неудачной метафоры. И я вам предлагаю, дорогие друзья, просто поупражняться. Такое задание на недельку. Возьмите свои стихи, лучше даже свои. Но можно и чужие, на чужих учиться проще. И поищите понятные вам и непонятные метафоры и аллегории. А заодно вы найдете там то, что уже повторяется неоднократно. Например, глаза как омуты, в которых можно утонуть, свет луны, пробивающийся через занавеску и так далее. То есть такие образы и символы, которые называются штампами и которые уже не принято использовать в современной поэзии, потому что это считается дурным тоном, повторением и плагиатом. Ну, а на этом, наверное, все. С вами был я, Александр Чистяков. Смотрите нашу рубрику «Мастер слова» в «Библиоглобусе» на канале YouTube, на страничке книжного магазина «Библиоглобус».